Приветствую всех на моем канале. Сегодня буду готовить блюдо из печени с громким названием «Печень по-царски». Достойна ли она своего названия? Смотрите, что у меня получится. На YouTube много роликов с таким рецептом. Я попробую приготовить впервые. Печень у меня говяжья, нарезаем на небольшие кусочки и измельчаем в блендере. Добавляем манку, молоко и даем постоять около часа, чтобы манка набухла. Тем временем готовим овощную прослойку. Очищенный лук нарезаем полукольцами. В сковороду наливаем немного растительного масла и отправляем туда лук. Жарим его на медленном огне. Натираем морковь на крупной терке. Добавляем ее к поджаренному луку. Когда овощи поджарились, добавляем соль и перец. В печеночную массу добавляем соль, перец, перемешиваем. Форму застилаем фольгой, смазываем растительным маслом и выливаем половину печеночной массы. Сверху выкладываем начинку. Равномерно ее расправляем. И заливаем оставшейся печеночной массой. Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку до появления первой корочки. Тем временем готовим заливку. Смешиваем яйцо со сметаной и майонезом. Достаем форму, выливаем заливку, равномерно распределяем лопаткой и запекаем еще в течение получаса при температуре 180 градусов. Достаем печень из духовки, на ней появилась красивая золотистая корочка, даем немного остыть и можно нарезать порционно и пробовать. Итак, мое мнение, такое блюдо однозначно вкуснее есть полностью холодным. Вкусно, но название слишком громкое. Для меня это скорее ленивый печеночный торт. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!